А премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о меморандуме с Riverstone об увеличении поставок газа. Украина подписала меморандум с европейским подразделением американской компании Riverstone по увеличению объемов приобретения природного газа для нужд украинской промышленности. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время часа вопросов к правительству Верховной Ради Украины. В энергетике также у нас подписан меморандум с европейским подразделением американской компании Riverstone по увеличению объемов приобретения природного газа для нужд украинской промышленности, для нужд украинской экономики, заявил Яценюк. Также глава НАК «Нафтогаз» подписал соответствующий контракт с компанией «Фронтера». Американская компания начнет строительство LNG-терминала и начнет поставки природного газа в Украину, напомнил Яценюк. Напомним, ранее уже сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» подписал двухлетний меморандум о взаимопонимании с американской компанией по добыче нефти и газа «Фронтеза Research Corporation», занимающейся добычей нефти и газа.